Радий представити гостей, які вміють викликати специфічні, скажімо так, і особливі усмішки у маленьких миколаївців. Це голова громадської організації «Усмішка дитини» Ясміна Слободянюк та заступник голови організації «Усмішка дитини» Світлана Зуб'яніна. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Отже, якщо говоримо про громадську організацію «Усмішка дитини», як давно ви вже існуєте і як давно допомагаєте малечі у соціалізації? Ми, як наша громадська організація, ми були засновані. На русском, если удобнее, нет проблемы, да. Мы работаем вот около 4 месяцев. До этого мы 2 года работали при различных организациях. И вот с 20 семьями, которые имеют особенных детей, мы решили видокремиться, отойти от всех организаций и сделать свою такую маленькую организацию. Но сейчас уже эта организация за 4 месяца обросла. У нас уже 60 семей. И деятельность нашей организации направлена на то, чтобы заполнить эмоциональный простор особливых детей, особенных детей. Значит, мы организуем различные мероприятия, которые и поднимают настроение, и помогают как бы адаптироваться в обществе нашим детям. И за эти 4 месяца мы увидели значительное улучшение в состоянии наших детей. Мы очень рады, что у нас есть предприниматели и коммунальные предприятия, которые идут нам навстречу в организации наших мероприятий. Это и веревочный парк «Драйв», и роль-центр, и караоке «Якитория», ну и много-много другие, основно музеи, театры и кинотеатры нашего города. То есть я так понимаю, что жизнь ребят насыщена этими мероприятиями. Программа, да. А вот если говорить о этих семьях, каким образом, по какому принципу вы их, скажем так, берете себе в попечительство? Мы рады всем семьям. Вот, но так как-то сложилось, что у нас в основном детки с аутизмом, и нервными, даунята и нервные, с нервными расстройствами. Якщо більше... Такого особливого принципу відбору немає, але є одна, не те що умова, велике побажання. Ми у себе раді бачити усміхнених і дуже-дуже активних батьків. Тому що усмішка дитини – це найперше завдання батьків. Щоб ваша дитина усміхалась, ви повинні її, по-перше, любити і любити діяльно. А якщо говорити про батьків, я так розумію, що активна їхня роль також у вашій організації, тому що в організації тих самих заходів. Звичайно. Організація, ну, по-перше, без батьків наша організація не могла б апріорі існувати, тому що жодна наша дитина, на жаль, не може пересуватися сама по місту. Хто з фізичних причин, так, у нас є дітки з фізичними вадами, хто з психічних причин, тобто дитина-аутист у великому місті, це дійсно є проблема. Тому, звичайно, батьки загалом, ну, приймають участь у всіх наших. Взагалі, якщо чесно, то організація ваша займається вельми важливою справою, оскільки соціалізувати подібних дітей досить важливо. Найчастіше ми звикли до того, що вони виховуються в сім'ях і абсолютно не призвичайні до суспільства. Ваша ж організація, скажімо так, ламає бар'єри і дійсно викликає уже реальні посмішки, усмішки у дітей. Я так знаю, що буде сьогодні і 10 числа цього місяця і ще заходи. Що це за заходи, хто вам Общаясь с семьями, в последнее время к нам очень много приходит инвалидов детства в возрасте от 18 до 25 лет, которые обречены на одиночество, и после 18 лет в Николаеве нет ни одного такого центра, в котором бы, учреждения, в которое бы они могли каждый вечер или каждый день пойти и чем-то там заняться. Вот. Ну, я не имею в виду спортивные там клуб «Виктория», но не все же спортивные дети. Вот. И поэтому мы познакомились с программой «Кирова на занятость». Это программа европейская. Вот. И во многих странах Европы и Израиля уже такие детки даунята и с психическими расстройствами, ну, я имею в виду не с небольшими, вот. И дети, больные ДЦП, они работают в общественных заведениях, то есть в барах, в магазинах,
в социальных угу. сферах, в аптеках, то есть они там работают. То есть мы подумали, что наши дети тоже смогут. И вот мы, у нас сейчас серия мероприятий направлена угу. именно на профориентацию. То есть у нас запланирована поездка на Небулон, любезно они нас пригласили, угу. Никотера, библиотека Кропивницкого. Вот, и сегодня нас принимает Приватбанк. Они для нас создали да. специальную адаптированную программу. Это пилотный проект, которого аналогов вообще не существует нигде. На данный момент мы с ними совместно разрабатываем программу бизнес-школы для детей и людей с особыми потребностями. Для того, чтобы дети, будучи уже как бы в зрелом возрасте, могли управлять своими счетами, могли купить себе еду по интернету. Ну, элементарных... Так, упростить себе жизнь, поскольку есть Конечно, такие возможности. Да. А на самом деле тема инклюзивного того же образования вот сейчас в Украине очень остро стоит. Принято закон с новыми правками об образовании, где уже внесены, скажем так, нормативные изменения в эту сферу. Вы, скажем так, на гребне этого времени сейчас как раз работаете? Мы как раз на гребне, да. потому что недаром наша организация называется «Объединение родин». Почему объединение? Потому что в родинах есть и здоровые дети, которые тоже участвуют в наших мероприятиях. Поэтому, причем с удовольствием. Да, я так думаю, что сейчас, если кто-то не знал о существовании вашей организации, я думаю, что они все-таки присоединятся. Как вас можно найти? Как с вами можно сконтактироваться, если есть люди, которые, соответственно, нуждаются в вашей помощи? В Фейсбуке мы доступны. На моей страничке на личной Ясмина Виктория Слободенюк есть группа «Усмешка дитини». Там освещена детально наша деятельность, фотографии, ролики. Все, что мы делаем, как мы живем, как мы дышим, как мы посмехаемся, как мы усмехаемся щодня. Вот так, друзья. И мы надеемся в ноябре уже отпраздновать новоселье в нашем выделенном... В нашем новом доме. В нашем новом доме. Тоже интересно. Я так понимаю, что вам городские власти выделили, да? Да, городские совершенно власти верно. Выделили. А где будет, скажем так, какой адрес, где вас можно будет, если что, в ноябре искать? Ну, это Фрунзе 34, если мы не... Так, тому, друзі, як бачите, дійсно організація розвивається активно. Вам, звичайно ж, наснаги бажаю для того, щоб охопити якомога більше дітей, які потребують уваги, потребують соціалізації. І як бачите, друзі, є іще один оригінальний рецепт, як викликати усмішку у дітей. Найголовніше їх любити і допомагати.